Всем привет! Записываю видеоотзыв о курсе Poker Pro 2024 поток. Я сейчас буду читать небольшой текст. Для того, чтобы мой отзыв получился максимально информативным, я написал все мои мысли в блокнот. Буду довольно-таки много читать. Там, в принципе, есть все мои мысли. И я еще не считаю, что никаких минусов в этом особо не будет, только одни плюсы. Начнем с вводной части. Меня зовут Александр, мой рабочий лимит NL10. Хотя сказать, что его полностью побил, ну еще нельзя. До того, как прийти на курс, я катал кэш всего 4 месяца, хотя играю в покер на реальные деньги уже 3 года. До курса я откатал 100 000 рук на старзах, отыграл их в ноль, у меня винрейт был в районе нуля ББ на 100, соответственно. До этого периода я безуспешно катал МТТ и заливал там много денег. После курса за июль месяц мой профит составил, с учетом рейкбека, чистого заработка и бонусов от школы, примерно $380. Я откатал 35 тысяч рук с винрейтом там 6-8 ББ на 100, довольно сложно посчитать, потому что я катал NL5, NL10 вперемешку. То есть не было такого, что я катаю один лимит, и поэтому я еще не посчитал, сколько у меня винрейта на конкретных лимитах. В целом у меня был апстрик, но я все равно высоко оцениваю пользу от обучения на курсе Poker Pro для своей игры. Если вы являетесь начинающим игроком в покер, катаете лимиты NL2, NL16 и случайно наткнулся на это видео из десятков других, у тебя, возможно, возникнет вопрос, почему так много людей пишут эти отзывы, в чем секрет такого активного фидбэка от аудитории. Дело в том, что помимо того, что в конце курса при выполнении всех домашних заданий, о которых позже, есть возможность получить бонусный банкролл в $100, если выполнить ряд условий. Есть еще много разных других вкусностей, о которых я расскажу далее. Почему я выбрал курс и почему он подойдет любому игроку, не способному в одиночку выбраться с болота микролимитов? Моя причина достаточно прозаична. Я просто хотел подзаработать немного денег летом. Поскольку все, что я умею хорошо делать, это играть на гитаре и играть в покер, я выбрал последнее, так как на первом подзаработать достаточно сложно. Я все-таки не репетитор. Я полагал, что покер — это хороший способ получить прибыль, занимаясь интересным, увлекательным делом. Поначалу я просто хотел катать NL10, уделяя капельку времени просмотру обучающего контента по покеру, не вкладываясь в обучение. Однако где-то в конце июня я совершенно случайно наткнулся на трансляцию Петра Богарта, это основатель школы. Я был подписан на какую-то автоматическую рассылку, она прислала мне ссылку на трансляцию. Я, в общем, туда зашел и полностью просидел эту тренировку, которая длилась 2 часа. Она называлась «Алгоритм принятия правильных решений от префлопа до ривера». Поначалу я довольно-таки скептически отнесся к этому названию, полагая, что это какая-то бессмысленная шляпа для новичков, которые только узнали правила. На деле это оказалась довольно-таки неплохая двухчасовая тренировка, в которой Петр объяснял математическое обоснование любых действий игрока на всех улицах от префлопа до ривера. Если вкратце, то если следовать выводам, которые можно получить там в солвере, во флопзиле, следуя какой-то просто логике или зная тенденции поля, то можно выявить некий алгоритм, который позволит вам всегда применять правильные решения. Загвоздка тут в том, что в игре у тебя нет столько информации, ты не можешь катать одновременно, там, открывать параллельно флопзилу и принимать идеально выверенные решения, или тем более солвер, у тебя нету на это времени, или тебя просто забанят. Поэтому вся суть работы над игрой заключается в том, чтобы этот алгоритм автоматизировать. Сложность этой тренировки и высокий входной порог для понимания заинтересовал меня в обучении в этой школе.
Я решил, что обучение у компетентных тренеров вкупе с самостоятельной работой принесет мне большие плоды для моего винрейта и заработка и позволит, если не заработать деньги прямо в этот месяц, в течение курса, то, по крайней мере, даст инструменты для работы над игрой. К слову, курс примерно стоит 240 баксов, это в районе 17,5 тысяч на по нынешнему курсу. Если вы платите в течение 3-4 дней, то цена сохраняется, собственно говоря, такой. После уже где-то 280-290, то есть вам выгодно купить курс сразу, сэкономив на несколько тысяч, там 3-4 тысячи. Также у вас есть возможность вернуть средства в течение 10 дней. Это такой пробный период. Вы сможете вернуть средства, если вам что-то не понравится. И это огромный плюс вообще организаторам. По сути, они делают безрисковое как бы предложение, и от которого достаточно сложно отказаться, потому что ну, у тебя нету никаких дроубэков, никаких минусов в плане рисков. Ты можешь в любой момент свалить с этого курса, если тебе что-то не понравилось. Ну что ж, перейдем к основной части. Почему стоит записываться на этот курс и почему такое вложение денег я считаю оптимальным и оправданным? Во-первых, очевидным плюсом этого курса является объем материала. На курсе вас ожидает 5 теоретических тренировок, каждая длиной в 2 часа, 15 часов практических тренировок, где вы будете разбирать видео и раздачи с тренером-практиком, и очень много самостоятельной работы. Лично я научился сразу несколько совершенно новым для меня методом. Это разбор раздач в софте, это Flopzilla. Также я начал пользоваться статистикой Hand-to-Node. Она достаточно хорошо позволяет работать над игрой, работать с базой, анализировать свои винрейты. Также я стал заниматься с группой. Это очень сильно ускоряет процесс, вы делитесь знаниями, своим опытом, и это в целом положительно сказывается на вашем ожидании. Также я выкладывал раздачи на форум и постоянно оценивал чужие раздачи. Ну, с помощью софта я делал не менее 2 раздач в день, ну, за исключением субботы и воскресенья. Это были выходные дни, они как бы разрешены на курсе, так как я работал 4 недели, ну, на каждой неделе по 5 дней, с понедельника по пятницу. Я также читал очень много непростых для моментального освоения статей на сайте, смотрел обучающие видео, но самое главное, я, как уже сказал, оценивал 2 плюс раздачи в день, тратя на это, ну, не менее часа. Поначалу на это уходила куча времени, потом стало все меньше и меньше, но, как правило, меньше там часа я не уделял этому времени, относился к этому ответственно. По сути, это главный инструмент, которому меня научили на курсе. Если вы научитесь правильно разбирать раздачи во Flopzilla, ну или в другом софте, правильно задавать спектры оппоненту, то всегда сможете определить, правильно или неправильно вы сыграли в конкретной раздаче, и вы вообще в целом можете прорабатывать конкретные споты, учиться вне как бы столов и уже в игре не совершать ошибок. У Flopzilla очень высокий функционал, которым я еще не полностью научился пользоваться. Однако даже умение просто разбирать свои раздачи дает вам огромный буст как покеристу и значительно улучшает ваше понимание покера как интеллектуальной игры, где каждое действие надо продумывать. По окончании курса я понял, что покер это не только возможность заработка при условии плотной работы над ошибками, но еще и интеллектуальный труд, который каждый раз делает тебе вызов, проверяет твои амбиции, как бы проверяет тебя на прочность. На курсе, что касается работы на курсе, вообще как все было загружено, как все проходило, могу сказать, что работало довольно много, вообще больше, чем когда-либо в своей жизни. На катку у меня уходило в среднем 3,5 часа, ну или даже 4 часа, на теорию не менее 2 часов в день, то есть я тратил 6 часов в покер 5 дней в неделю. Это тот минимум, который вообще многие рекомендуют уделять, если вы хотите буститься, качаться как-то и в целом прогрессировать довольно-таки быстро.
Это, безусловно, дисциплинирует тебя как игрока, вводит в хороший ритм для игры, зарабатывания денег. Курс помог мне настроить около, устранить околоигровые моменты, которые мешают моему винрейту, как, например, выбор лучшего рума с наибольшим долларом в час, или настройка софта, или устранение всяких неполадок из разряда скайпов, мессенджеров или сериалов на заднем фоне, так как это все уменьшает вашу концентрацию, и вы меньше уделяете внимание самой игре. Я понял, что серьезный подход к покеру предусматривает сам процесс игры в последнюю очередь, так как для того, чтобы сесть за столы, надо сделать множество вещей, которые повысят ваш винрейт сразу, даже без изучения стратегии и сложных концепций. Например, установка статистики, покерного хада, настройка попапов, устранение отвлекающих факторов, о которых я уже сказал. Разминка перед игрой очень важна, поскольку она вам не позволяет заливать в первые 10 минут сразу несколько боинов, в результате чего вам приходится отыгрываться всю сессию. Это огромный, как бы, очень дельный совет, которому следует следовать, и не стоит на него забивать вообще никогда. Это все довольно несложные, простые, даже очевидные вещи, но люди им не следуют и теряют кучу денег, даже не зайдя в клиент, по сути. То есть они могли их устранить, у них уже бы винрейт вырос так, что они бы смогли там играть в 2-3 ББ, просто не делая тупых ошибок из-за вот этих околоигровых моментов, которые устранить, как оказалось, ну, реально очень просто. Помимо того, что я уже рассказал, я довольно много общался с тренером-практиком с NL50, много задавал ему вопросов. Также я получил первую префлоп-модель. Это некий набор чартов, спектров на любые случаи на префлопе, которым вы можете следовать, которые вы можете брать как основу, не отходить от них или наоборот их дорабатывать. Если говорить о постфлоп стратегии, то я стал гораздо больше бетфолдить, а рефолдить на ривере, меньше блефовать. Я думаю, в среднем у меня красная выросла, и вообще, ну хотя мой основной профит преимущественно по синей линии, я считаю, что на микролимитах как раз стоит обращать внимание на нее, бороться за большие и средние банки, меньше внимания уделять мелким банкам, так как, ну, вам будет достаточно сложно это делать поначалу. Это уже над ними вы можете работать дальше, к NL25, там, NL50 и выше. А на микролимитах сконцентрироваться на больших банках, именно на валюбетах. Ну, либо блефовать там в крупных банках, меньше бороться за мелкие банки, хотя это все, конечно, от вас зависит. Я также научился делать эксплойтные подстройки под статистику оппонента, в целом анализировать ее. Моя игра стала более рациональной, продуманной, осмысленной. Мне сильно убавилось рандома, когда я делаю ставку или чекаю по чуйке, а не четко даю себе отчет, почему я делаю то или иное действие. Важно понимать, зачем ты вообще совершаешь ставки, зачем ты чекаешь, и на курсе вас этому научат. Именно аргументированно отвечать, почему ты сделал то или иное действие. Резюмируя, курс был трудозатратным, даже утомительным в конце. Приходилось много работать, зачастую в ущерб своим личным интересам, свободному времени. За этот месяц я наиграл приличную дистанцию для меня в 35 тысяч рук, уделяя суммарно на теорию и практику по 6 часов в день, кроме субботы и воскресенья. Научился работать самыми полезными для начинающего игрока инструментами, а именно разбора раздачи в эквиляторах, как своих раздач, так и чужих, работу в группе и посещение практических тренировок, где очень важно уделять внимание разбору видео. Я сильно устранил влияние рандома, тильта, игры по чуйке. Выиграл я суммарно $320, играя NL5 и NL10. $60 я получил просто так от организаторов, потому что я зарегистрировался в их покер-румах и наиграл там менее $10 рейка. Они прислали мне деньги прямо на карту. То есть четверть курса вы отбиваете, грубо говоря, ничего не делая, просто поиграв там 500 раздач в нескольких румах. Я играл там на восьмерках и на покер-доме.
В теории можно и больше получить, это я уж не знаю. Но на самое главное, чему я научился, это умению работать над игрой, совершенствоваться при помощи самостоятельной работы, которая под силу каждому, здесь просто надо трудиться, не забивать. Самое главное, как и в любом серьезном деле, приносящем деньги, это постоянство и упорство. Не сдавайтесь при первых даунстриках, продолжайте работать над своей игрой, даже если вам совсем не вмоготу. У меня такое было на 4-й неделе. Я впервые подвергся влиянию тильта. У меня как бы начал заканчиваться апстрик. Я начал меньше играть, но я не сдался, работал над теорией. Хоть и, конечно, порядком подзадолбался, потому что работы было реально много. Курс Poker Pro не стал для меня супер новаторским в плане полученной информации. Многое из того, что я делал на первых 2 неделях, я уже знал, потому что я всегда любил эту игру в плане теории, много смотрел видосов, вообще я интересовался. У меня был такой чисто научный, что ли, интерес к ней. Хотя я, конечно, никогда не был преуспевающим игроком, играл, как я уже говорил, в ноль. Poker Pro проложил в моем сознании некую прямую дорогу к моему будущему покерного профессионала. Я благодарен организаторам за этот курс. Я получил много отдельных советов и вообще некое руководство к действию, как что делать, как преодолевать трудности и проблемы, и как двигаться дальше. Вообще, в целом, обучение в школах на микролимитах – это самый эффективный метод работы над игрой, и вы это поймете. Много вам людей еще этого скажут, и я вам в том числе об этом говорю. Теперь стоит поговорить немного о недостатках. Во-первых, это цена, которая может показаться изначально высокой, мне она тоже высокой показалась. Я думал, типа, что так дорого, почему я должен давать так много денег даже за месяц работы. Если я, например, не смогу отбить это на курсе, скорее всего. Мне, конечно, повезло, я эту стоимость отбил, заработал даже сверху, там более 100 баксов. Но вы можете уйти в минус, думать, что зря потратили деньги, что... Но это неправильный подход. В покере успешность мерится месяцами или вообще годами. И говорить о том, что курс вам не помогает на дистанции в несколько недель, там, ну, в 3-4 недели, просто бессмысленно. Потому что витки дисперсии могут быть сколь угодно сильными, сколь угодно сильно может перестраиваться ваша игра, вы можете привыкать к новым стратегиям. Это, безусловно, будет вас выбивать из колеи, ломать ваше привычное видение, но вы будете менять таким радикальным способом ваше неправильное видение на правильное и в целом улучшаться как покерный про. Если вы будете выполнять прилежно все домашние задания, катать много рук в день, не забивать ни на что, не откладывать все на последний день, и откатаете, например, 50 рук, то вы все равно заметите ваши результаты, потому что это на такой дистанции дисперсия будет уже сильно меньше, и как раз будет видно, научились вы чему-то на курсе или нет, работали вы достаточно или забивали на все подряд. Ну, второй минус, на который я бы лично обратил внимание, это первая неделя, это так называемое исправление околоигровых моментов. Мне кажется, им уделяется слишком много времени, 5 дней. На самом деле, эти задания можно выполнять реально хоть за день, хоть за 2 максимум, потому что, ну, там ничего сложного, типа, установить покер-рум, настроить софт, или там написать чек-лист ошибок, это можно сделать реально за один день, и я бы не стал на это давать 5 дней, потому что у вас появляется ощущение, будто слишком много халявы, и работы не будет, а потом начинается жесть, и вам приходится втягиваться во все это, как бы не на таком настрое, с другим настроением. Это, конечно, поначалу мешало, но я довольно быстро вошел в ритм, потому что я как бы ожидал это, но кто-то может этого испугаться. Также я думаю, что людям с NL 25 и 50 этот курс не совсем подойдет, потому что они уже люди преуспевающие, имеют какой-то заработок с покера и в целом понимают, как им надо работать над игрой, уже знают, как работать в софте и что вообще надо делать. Им надо уделять внимание именно разбору конкретных спотов, которым на этом курсе уделялось не так много. Как бы мы в основном разбирали споты на практических тренировках и самостоятельно. А так, чтобы были теоретические тренировки с разбором каких-то там структур флопов или суперзадротских солверных теорий, такого не было.
Но это, в принципе, не нужно, поскольку для большинства это слишком сложная информация. И даже не факт, что я бы смог это освоить. Я все-таки достаточно высоко себя рейчу. Возможно, я далеко не такой крутой игрок, как мне кажется. Возможно, это все влияние апстрика, которое надевает, как бы, дает мне некие розовые очки, и я не могу объективно оценивать свой уровень игры. В общем, в целом, этот курс, я думаю, не совсем подойдет продвинутым игрокам, хотя, безусловно, во многих стратегиях есть продвинутые вещи, даже с NL100 и NL200, и некоторые игроки с таких лимитов могут даже не знать некоторых фишек. Но именно ради этого я бы не стал рекомендовать записываться на этот курс. В целом, мой обзор подходит к концу. Записывайтесь на курс Poker Pro, вы не пожалеете потраченных денег и сил. Этот курс почти идеален для начинающих игроков и поможет вам очень сильно в становлении вас как Poker Pro. Дерзайте. И последнее, что я хотел сказать, это обратить внимание на задание на 3-4 неделе, посвященное разбору низам спектра полублефов, тонких value bet'ов и колов. Это очень важная работа, прям максимально сложная на курсе, вам придется очень много работать в Лабзиле. Я лично этому уделил там, не знаю, суммарно часов 15 или даже больше. Я точно не знаю, но это очень трудоемкая работа, которая очень быстро вас бустит. В течение минимального промежутка времени вы получаете очень серьезное улучшение, очень качественное понимание флопов, тернов, ну как играть на определен как играть определенные раздачи, определенные структуры, даже без солверов. То есть вы сами как бы ручками все это проделаете, и, соответственно, вам будет проще это все играть. На этом мой обзор подходит к концу. Удачи, выигрывайте за столами, побеждайте, поднимайтесь по лимитам, зарабатывайте как можно больше денег и достигните вашего освобождающего лимита. Пока!